Сообщение о возгорании на улице Демократической на пульт сочинского пожара спасательного гарнизона поступило около 8 часов утра. В тушении было задействовано около 100 человек и 22 единицы спецтехники. Также организована работа газодымозащитной службы. Сложность была в том, что тяжело было подъехать нашим габаритным пожарным автомобилям из-за узких проездов и большой пробки, которая находится в Вадинском районе. А так все, пожар потушили, личного состава хватало, 8 пожарных расчетов, 42 человека личного состава. Воды хватало, пожарных гидрантов хватало, в случае чего у нас даже была рядом речка, которая могла бы нам оказать помощь в случае нехватки воды. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Жертв удалось избежать. Возгорание произошло рано утром в нерабочее время. На месте были только охранники. Земля передана соответствующим нормативным актом в пользование предпринимателю для размещения объектов мелкорозничной торговли. Осуществлялась реализация непродовольственных групп товаров. Добавлю, что сам торговый объект не граничит с жилыми домами, поэтому жизни и здоровью адлерцев ничто не угрожало. Пожар был потушен в 9 часов 40 минут. Причина возгорания установлена.